Урсула Мнишек, дочь польского воеводы Яна Замойского и Людмилы Понятовской, сестры польского короля Станислава Понятовского. Она была известна не только как светская львица, но и как достаточно образованная для своего времени барышня. Урсула отличалась незаурядным мышлением и эрудицией, увлекалась искусством, прекрасно рисовала и оставила после себя мемуары, полные самоиронии и не лишенные писательского мастерства. Современники вспоминали о ней как об интересной собеседнице и отмечали, что она хорошо умела сдерживать свои чувства. Камерный портрет Урсулы Мнишек Левицкий написал в зените своей славы. Это была та область живописи, в которой он не имел себе равных. На небольшом по формату поясном или погрудном изображении с нейтральным фоном портретируемый представал как бы в частной жизни, освобожденной от своей социальной роли. При этом сохранялись все внешние сословные признаки, что создавало определенную дистанцию между героем картины и зрителем. Необычная форма портрета выбрана художником не зря. Изящный овал выгодно подчеркнул утонченную красоту польской аристократки. Несомненно, покоренный обаянием своей модели, Левицкий, тем не менее, не теряет остроты взгляда и прекрасно передает все индивидуальные особенности героини. Урсула выглядит несколько безучастной ко всему происходящему, как и подобает знатной кокетке. Любезная улыбка Урсулы лишена естественности и кажется заученной. Щеки сияют искусственным румянцем. Отстраненный поворот корпуса, холодный прямой взгляд, направленный куда-то в сторону, чтобы скрыть истинное «я». Портрет имеет гладко лакированную поверхность. Лицо написано плавными мазками в технике лессировки. Ее суть заключается в том, что художник не соединил краски на палитре, а наносил их тонким полупрозрачным слоем одну поверх другой. В результате получались тона с удивительной насыщенностью и сиянием. Темный фон очень выигрышно оттеняет богатый наряд Урсулы, сшитый из голубовато-серой и бледно-золотистой ткани. С особой тщательностью художник прописал прозрачность легких кружев и ломкость тяжелого атласа. Заслуживает внимания и прическа Урсулы. Напудренный серебристо-пепельный парик Левицкий изобразил легким и воздушным. Волосы словно дымкой окутывают прелестную женскую головку и чем-то напоминают дорогой мех.